Здравствуйте, мои дорогие друзья и гости моего канала. Я очень рада вас видеть у меня в гостях на моей кухне. Сегодня я буду готовить салат кенгуру. Салат готовится очень быстро, получается очень вкусный, готовится из доступных продуктов. Присоединяйтесь, будет вкусно. Мне понадобится вот такие чипсы кенгуру. Вот так они выглядят. Также крабовые палочки, одна красная паприка, кукуруза, огурец, майонез, лук и соль. Этим салатом со мной поделилась рецептом моя подруга. И вы знаете, после того, как я попробовала, мне очень-очень понравилось. Поэтому я решила, что я поделюсь этим рецептом сегодня с вами. Нарезаю крабовые палочки. Соломка и паприку. Репчатый лук. И соломкой нарезанный огурец. Огурец большой, поэтому я возьму ровно половину. Можно нарезать руками, но я сделаю на вот такой терке. Перекладываю все в более глубокую чашку. Добавляю кукурузу, немного посолю, потому что чипсы тоже соленые. Посмотрите, какой красивый получается цвет у салата. Сюда же добавляю чипсы кенгуру. Майонез. Все вместе перемешиваю и сразу подаем к столу. Чипсы обязательно добавляйте перед тем, как салат подаете уже на стол. Дорогие друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. А на сегодня я прощаюсь с вами. Желаю вам приятного аппетита. До новых встреч. Пока!